Друзья, что же делать, если вы попали в такую ситуацию, когда вы где-то в каком-то месте, ресторан, бар, кафе, неважно, что это будет, у вас нету налички, а деньги на мобильном счете присутствуют. Так как же все-таки перевести мобильные средства на карту банка? Досмотрите видео до конца, и я вам все подробно расскажу и покажу. Добро пожаловать на канал Black Expert, с вами Владимир. Играя в различные мобильные игры, особенно в те, которые требуют донат, в какой-то момент вы осознаете, что игра вам не подходит. Здесь есть несколько решений. Перестать играть или вернуть потраченные средства. Если еще несколько лет назад было вернуть деньги с игры по щелчку пальцем, то сейчас такая возможность осталась только у профессионалов, знающих все законные лазейки таких площадок, как Play Market и App Store. Именно такого специалиста я вам советую. Через него вы сможете вернуть любой донат с любых игр и приложений сроком от 60 до 540 дней. Здесь никакого риска, вы оплачиваете работу только по факту выполнения, после того, как деньги поступят на вашу карту. Все контакты в описании под видео и закрепленном комментарии. Ситуации бывают в жизни разные абсолютно, то есть вы можете сталкиваться с разными ситуациями, то тем более, что у нас в стране происходит сейчас, как совсем недавно отменили, то есть ввели кассовые аппараты, все через налоговую проходит, отменили терминалы и теперь нужна наличка. Бывает совсем наоборот, есть те заведение, где нет налички, нужно платить, допустим, бесконтактно. То есть ситуации жизненные разные бывают. Я сейчас вам объясняю то, что, в принципе, для каждого оператора сотовой сети есть уже ранее введено, может кто-то не знал, то, что от каждого от оператора есть эта функция, что вы можете переправить деньги с мобильного счета на карту банк. Я не советую использовать сторонние какие-то источники, где нету подтверждений, то, что этот сайт безопасен, и люди действительно при регистрации карты не отдадите просто свою карту мошенникам и так далее. Поэтому от каждого оператора вы можете, в принципе, использовать. Как это использовать? Вы заходите, регистрируете ваш номер телефона, регистрируете вашу карту, и все ссылки я закреплю в закрепленном комментарии для каждого сотового оператора. Все. В принципе, я даже вам демонстрировать не буду, как это делается все просто, каждый может провести регистрацию, и все, дело с концом. Поэтому переходите, перекидывайте денежки, и удачных вам покупок. Дальше больше, скоро увидимся.